Herzlich willkommen. Добро пожаловать. Понимание и определение политических событий возможно только посредством знания определенных закулисных причин и взаимосвязей. Поэтому мы сегодня снова хотим взглянуть на геополитические причины кризиса на Украине. Вчера мы уже сообщали о письме немецких интеллектуалов, которые видят истинную причину западной агрессии в государственном и экономическом подъеме России. Журналист Финниан Каннингем занимается вопросом влияния США в условиях нынешнего кризиса. Америка, по мнению автора, намеревается ввергнуть Европу в войну с Россией, чтобы сохранить свое глобальное господство. Этому он называет две причины. Во-первых, сильные отношения между Россией и Европой угрожают политической роли Америки в НАТО. С точки зрения США, политическое влияние Америки находится в опасности. Во-вторых, интенсивная торговля энергией между Европой и Россией угрожает доллару как ведущей центральной валюте. Уже сегодня Россия является главным поставщиком энергии в Европу. Неизбежно то, что поставки нефти и газа в скором будущем будут оплачиваться в рублях и евро. Это было бы концом финансовой гегемонии США и катастрофой для ее высоко задолжавшей экономики. Также и журналист Кристоф Леман, издатель информационного сайта NSNBC International, высказывается в этом же направлении. Он сообщает о разговоре с одним бывшим высокопоставленным адмиралом НАТО, по словам которого, в начале 80-х годов коллеги из Пентагона уведомляли его о том, что США и Великобритания ввергнут Европу в новую войну, в том случае, если Европа и Россия войдут в тесные отношения друг с другом. Даже если этому высказыванию более 30 лет, продолжает Леман, нужно исходить из того, что Вашингтон придерживается этих намерений. После окончания Холодной войны Германия и Чехия выстроили интенсивные торговые отношения с Россией. Германия экспортировала в Россию в 2013 году товаров на общую сумму 36,1 миллиардов евро. Одновременно в 2013 году были ввезены в Германию продукты из России общей стоимостью в 40,14 миллиардов евро. Многие европейские государства стремятся иметь в будущем еще более тесные торговые отношения с Россией. Все это ставит под угрозу европейско-американскую ось, в которой доминирует Америка. Русско-европейское партнерство привело бы в США в течение 25 лет к политической, культурной и экономической изоляции. Доллар потерял бы свою силу. Все это с позиции США, безусловно, угрожающий сценарий. Итак, из этих мотивов Вашингтон создал актуальный кризис в Украине, как уже убедительно подтвердил журналист Каннингем и многие другие. Следовательно, США сыграли ключевую роль при смене правительства в Украине, как мы уже об этом и сообщали. По мнению автора, названные причины, очевидно, так важны для Америки, что Вашингтон готов принести в жертву миллионы жизней в войне между Россией и Европой. В войне против России заплатят своей жизнью не закулисные руководители из политики, экономики и СМИ. Они смогут своевременно уйти в укрытие. Действительные страдания пойдут на мирное население Европы, мужчин, женщин и детей. Пожалуйста, помогайте, чтобы как можно большее число людей получило доступ к этой информации. Содействуйте тому, чтобы граждане Европы сейчас проснулись и сказали: «Стоп, до сюда и ни шагу дальше». Уважаемые дамы и господа, спасибо за внимание и не забывайте. Ваше участие необходимо.